Закончила, да. 20 минут. Ура! Все, можно делать. Ура! Тебя слышно вот сейчас, я буду читать? Слышу. Подожди, подойди. Давай. А то не услышишь, нифига. Давай, а так вам будет что? Мы догадаемся. 47. Еще Наташа. Это тот самый знак, когда мудрость за плечами и глаза сияют так. Это молодость вторая. Это радость от того, мужик снова выбирает свою жизнь точно для чего. Жить внутри и в понимании, жить в возможности, красоте, и легко, и без страданий, чтобы лететь твою в мечте. И тебе это переживает. Достань и передай сыновьям и твоей маме всем здоровья. Загадай. Дайте чокнуться с именинницей.